Итак, всех приветствую. Сегодня необычный выпуск в том плане, что, ну, мало того, что Черная пятница идет, да, все знаете, но еще и что дожили до четвертого дня. Буквально там через часик уже будет пятый день. Если мы затянем, но это будет бомба, честно вам скажу. Давайте вот на самом-то деле возьмем сюда фиолов. Просто будем тащить. Соперники дикие, конечно, уже на эмблемах. Но и мы тоже не промах. Значит, давайте тут раскладку сейчас сделаем. Фиолы есть, есть зелень. Прокидка зелени идет. Так, хорошо. Так, если мы, допустим, сейчас вот так сделаем. Это мы должны забрать этот тапок точно. Плюс ускорение маны. Так, давай вот этого будем забирать. Кайлани так не страшна. Заряжаем огурцов наших, перцев. И все. Заваливаем. Первый тапок просто зашел на ура. Далее. А, между прочим, я же не показал. Смотрите, я в обороне-то. А. Тащу. Далее. Но здесь уже сложнее. Здесь, смотрите, синие, зеленые. Здесь надо желтизну брать. Причем тут с респа стоят, так сказать. Справа-лево зелень. Ну давай, делаем кристалл. Заряжаем, бьем. Бунар там пролетает. Распасовываем. Раз, два. Двадцатука жахнули. Но тут учтите, тут самое основное, что тут без хила играем. Вот что. Хила тут нету, так что нормально. Я что-то подзабыл сначала. Гунар там разделение дает. А слушайте, беспонтово тут все. Тут все беспонтово. Желтые нужны. В срочном порядке желтые. Ладно, есть зелень. Прокидываем зелень. Ну и гунара уже забираем. Мели или Агнес. Следующий бой. Здесь снова фиолетовые нужны. По центру. Так, если мы сейчас сделаем подъем, там есть еще три. Давай вот такое комбо замутим. Закидываем приску. Ну и тут уже такое дело чести. Раз, два. Ох ты. Чуть-чуть не добили. Чуть-чуть. Ну ничего. Отлично. Все гудят. Три тапка зашло. Давайте еще два осталось. Давай, поехали. Также фиолетово-зеленым. Так, есть зелень. Скидываем. Фиолы приехали. Ага.
центр. Давай зеленый сюда. Есть. Все. Тапок опять наш. Наш тапок. Закидываем сюда. Есть. Ну все, раскидка прошла. Вот это я понимаю бои. Давайте тоже, поехали. Зелень. Здесь монозелень взять. Моно у меня нету. Этот хил стоит по центру. Давай попробуем. Сейчас выйдут фиолы. Вышли. Отлично. Зелень там в сторону раскидать. Попробуем сейчас. На сердогриве. 4 фиолетовые. В сторону. Так, отлично. Фиолетовые вылезли. Так, тук. Спробуем. Поляна еще так неудачно срывается. Давай, вот раз. Да нет, я думаю, что мы затягиваем этот тапок. Сдагриф сейчас отлетит, этот отлетает. Взрываем. Красиво, ой, красиво. Минус 3 сразу. Ну как вам такой турнир по фасту? Я думаю, заслуживает лайка. Ну скоро 5-й день, прям через 55 минут. Это уже выйдет на следующий день, естественно. Всем пока.